Я нашла храм. Отлично. Черт. Тринити уже здесь. Пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор? Займу. Да, здесь есть база Тринити. Иона, я... О, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Не делай глупостей. Что командир Рурк приказал оцепить периметр. Никто не войдет и не выйдет. Я знаю, но ты понимаешь, зачем? За понимание мне не платят. Когда сюда прибудет разведка, может быть, нам что-то расскажут. Парвенир, это командир Рурк. Все перекрыто? Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Почти недостаточно. Немедленно оцепить периметр, чтобы лодка не пролетела. Немного странно. Угроза находится под землей, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Храм тоже под нашей защитой. Не знаю.
Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. Подозрительно это все. Мы несем потери! Иона, командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать, что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Касумеле, когда Домингес завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Здесь была бойня. Что случилось? Внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Ишчель слева, Чакчель справа.
Еще одна дверь? Неужели еще не все? Черт, могла догадаться. Здесь две даты и Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Фото из Косумеля. Может, это ответ? В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет, и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. Последнее число на левой колонне – 0. Последнее число на левой колонне – 0. Иона, какая последняя цифра у Чакчель? Поперечная линия и две точки сверху. 7, наверное. Спасибо. Эбби, я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да. Статуя кошки. Большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично. Тебе это понравится. Не могу понять, что это значит. Интересно. Ха!
Господи! Не делай так. Прости, кто-нибудь еще выжил? Без понятия. База! База, ответьте! Ну как? Тихо, я слушаю. База, срочно нужно подкрепление. Я никак не... Боже мой, они здесь! Чего они так боятся? Черт, я потерял рацию в аварии. Было. Где подкрепление? Подкрепление в пути. Пусть поторопятся, черт их дери! Что случилось? Я видел когти, зубы. Это поможет. Эй, давайте повнимательней. Они напали с криками. Кости. Все кончено. Ты жив. Я все еще вижу их. Все хорошо? Надо понять, что не так. Одна минута и будем внутри. Выставить отцепление. Где оно? Где оно? Слева! Кто это такие? Отсюда должен быть выход. Может, там, откуда они пришли? Господи,
Сколько трупов. Их убили те твари. Но почему? Иона, Эбби. Эй, Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то существа. Что? Они шипят и быстро двигаются. Лара, это похоже на легенду про Пиштако. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. У меня нет столько места. Ищешь с кем поторговать? Не знаю, как им удается так задорно болтать, когда мы столького лишились. Сочувствую. Стой. Ты не Мариэлла? Нет, я просто... извини за беспокойство. Но у меня есть неплохой товар, если надо. Иона? Мы внизу! Эй! Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там.